Чебоксарах в конце этой недели 10-11 июня пройдут чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Участие в соревнованиях примут сильнейшие скороходы основного молодежного, юниорского и юношеского составов. Всего организаторы чемпионата ожидают участия в них около 300 спортсменов из самых разных российских регионов. Откроется программа соревнований на набережной Чебоксарского залива в субботу, 10 июня, в 8 утра мужским заходом на 50 километров. Здесь же в 15:40 начнется церемония торжественного открытия. В 16:00 в борьбу за комплекты медалей на дистанции 20 километров вступят мужчины. В 18:25 на эту же дистанцию выйдут женщины. В воскресенье с 9 утра начнутся соревнования среди спортсменов юношеского и юниорского возрастов. Им предстоит разыграть медали на дистанциях 5 и 10 километров. Всего же на чемпионате и первенстве России будут разыграны 10 комплектов медалей. Сборная Чувашии выступит сразу двумя составами. Всего 40 спортсменов.